Всем привет, с вами Грейзи. Сегодня я с вами поговорю о моей партнерке Эйр. Мне кажется, каждому хотелось бы узнать о моем заработке. Короче, вот, поехали. Сейчас я вам расскажу о партнерке. Давайте сначала глянем мой баланс на YouTube Analytics. Вот, сейчас увидите. Я на YouTube не буду винить. Сейчас глянем. У меня 47 центов. Но есть в том, что Air, вот эта партнерка моя, она прибавляет вам 70% от вашего заработка на YouTube Analytics. То, что у вас не 47 центов, а, например, может быть 2 доллара с чем-то. И вот, а 30% забирает сама партнерочка Air. Вот сейчас давайте перейдем на партнерку. У вас будет вот так вот, то, что официальный сайт AirNetWikes. Вот. Давайте войдем в мою партнерку. Вот. Скоро будут реферальные программы, создадут статистика, аналитик. Вот, короче, все, что у вас будет. Много функций добавит Air. Давайте перейдем в вкладку выплата, посмотрим мой общий доход. И мой доход, как видим, 2 доллара 72 цента. Давайте посмотрим, сколько это в... рублях. В рублях это примерно 212 рублей. Но это не так уж и много. Конечно, я не такой миллионер. Вот. Хотите, присоединяйтесь. Я вам гарантирую, Air очень офигенная партнерочка. Вот я с видео подписчиков надо и 3000 просмотров. У меня все это есть, конечно. Вот, я специально скопирую то, что под описанием. Хотите, подключайтесь к моей партнерке, будем зарабатывать. Конечно, вот. В прошлом видео я показывал мое Surf AM. Я это 9 просмотров, 11 копейки заработал, пока мало. Но я вывел, по-моему, рублей 5 вчера. Заработок нормальный. Вот, я бы вам посоветовал еще один офигенный сайт, короче. Сейчас я вам покажу. Вот, у нас выгодно называется. У нас выгодно. Вот. Я не понимаю, мне сайт, он, по-моему, рублей 50 здесь заработал и вывел за 2-3 дня. И вот, у меня баланса пока нету, но скоро будет. Я не понял, в чем суть, но это видно, что здесь есть чат, можно общаться со всеми. И я не понимаю, короче, просто зарегался, перешел, и у меня опыт начал увеличиваться сам. Ну, когда просто я тупо здесь находился. По-моему, здесь голосуют за какую-то тачку, что ли. Вот моя тачка, КР-767, я зарегал под моим ником. Переход на ряд 2, это, походу, вот он. И здесь зарабатывает 12 копеек в час. Здесь 18. Тачки прикольные, конечно. Советую сайт, скоро вы будете зарабатывать, ну... немало, не 3 копейки, как я. А потом скоро примерно будет 12 копеек, потом 18, потом там 30, по-моему, 60, и так потом больше будет все увеличиваться. Вот. Кликайте, зарабатывайте. Сначала перейдем в мой профиль, посмотрим, сколько я заработаю. Но тут полюбас ничего не напишет, то, что нет, сколько не будет баланса. Нифига себе, 1 цент. Я вообще-то зарегался, знаете, минуты 2 назад. И уже 1 копеечка. Прикольно вообще, да. Я богат, не знаю. Это вот мой друг Амстел, его зовут. Вот, автомагазин, что у нас здесь, давайте глянем. Да, короче, одним словом, одна фигня. Угу. Да, ну, короче, интересно. Ой, это типа заработок на каких-то чаю, что ли, может быть. Ну, не знаю. Ну, короче, вот вы все поняли. О моей партнерочке я вам рассказала уже. По-моему. Да. Что, желаю всем удачи, подписывайтесь на канал. Кстати, батыками. Почему они вы. Кстати, мне кажется, некоторые люди задаются вопросом, почему я не снимаю Гаррис Мод. Не снимаю там всякие игры. У меня просто, знаете, ноутбук становится хуже и хуже. Я вообще игры никакие не могу, все лагает. Даже сам браузер подлагивает. Это не из-за съемки все, вот.
У меня все удалилось, короче, Гаррис Мода нету. И почему у меня все это удалилось? Я, короче, скачал просто этот винлог. Не знаю. Просто игру хотел бы скачать. Название забыл. Вот, скачиваю, скачка завершилась, винлокер там запускается. Пришлось, короче, все удалять, ничего нет, не получилось. Ну вот у меня только GTA, сам Warface, Counter Strike. С Warface я не играю, так что забудьте. Он у меня жестко лагает, запустил, там лаги бешеные. Вот. Ну когда заработаю, так прилично. Будем играть, снимать все. Вот, все, короче. Подписывайтесь на канал. Блин, капец, зайдите браузер. Ай, блин. Залагал. Ладно, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите пальцы вверх. Капец, браузер весь забит. Ладно, всем пока.